целом у турнире можно сказать, что да, несомненно, мы сыграли, скорее всего, ниже своего уровня. Почему так произошло? Ну, можно придумать какие-то там оправдания по поводу климата, еще чего-то, но по большому счету, видимо, не справились с техническими, психологическими какими-то вот такими моментами. Конечно же, мы хотели лучше, и мы, несмотря на то, что в группе у нас не очень получалось, очень настраивались на полуфинал, учитывая то, что было так много ошибок, возможно, перегорели немного. Да, и очень хотелось выиграть, и рисковали, возможно, где-то больше, чем нужно было. Взяли третье место и понимаем, что, ну да, турнир для нас закончился, поэтому сейчас нет времени расстраиваться. Следующая поездка предстоит уже буквально через несколько дней, игра в Бельгии, в Лиге чемпионов, с сильным клубом достаточно, поэтому сейчас нужно как можно быстрее переварить все то, что произошло, вот, сделать некие выводы, корректировки, вот, и продолжать играть дальше. Турнир был такой короткий, закончился, жизнь продолжается.